Хиллари Клинтон явно не до развлечений, и стало плохо на мероприятии к памяти 11 сентября. Позже СМИ узнали, бывшему госсекретарю поставили диагноз пневмония. И без того каждую неделю журналисты всего света обсуждают ее кашель, который начинается в самый неподходящий момент. Теперь еще и трагичное падение, когда даже охранники не ожидали, что у Клинтон так будут подкашиваться ноги. До выборов всего ничего. 2 месяца. Шансы занять овальный кабинет тают на глазах. Сначала помощники Клинтон сказали, перегрелась. На улице ведь было плюс 30. Но позже прогремел диагноз пневмония. Клинтон, напомню, 68 лет. И теперь ей как минимум 2 недели нужно проваляться в постели. А времени в обрез. Голосование 8 ноября. Ее конкурент Дональд Трамп обходит Клинтон в президентской гонке. Бизнесмены-республиканцы поддерживают избирателей в 23 штатах, а кандидат в президенты от Демпартии заручилась поддержкой только 17 штатов. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного агентством Рейтер. Но в США даже тот, кто набрал меньшее число голосов, может победить. В каждом штате есть выборщики, и в каждой территории их разное число. И именно за ними последнее слово. Клинтон, которая порой с трудом поднимается по лестнице из-за проблем с суставами или венами, именно сейчас ей предстоит решающая битва. Как правило, в последние 2 недели, 2 месяца, простите, начинается война компроматов. Она сама помогла своему конкуренту, прерывая из-за кашля и болезни едва ли не каждое публичное выступление. И сколько денег уйдет, чтобы заплатить разным изданиям и пиарщикам, чтобы вернуть лицо. Некоторые эксперты, правда, отмечают, демократы изначально понимали масштабы проблем, но в партии нет фигуры более известной и популярной, чем Клинтон. Потому они делают все, чтобы победила именно она. А затем, кто его знает, может, сама уйдет по болезни. В таком случае, кто может ее заменить? Пока официально пост вице-президента в случае избрания Клинтон должен занять Тим Кейн. Но известно разве что запретом на курение в барах своего штата, он слабо тянет на пост лидера страны. Не менее мощный герой на арене нынешний госсекретарь Джон Керри. Ему 72, однако на здоровье, по крайней мере публично, он не жалуется.